Итак, 27-й тур продолжается. Боруссия Мёнхенгладбах принимает Байер. Обе команды уверенно переиграли своих соперников в прошлом туре в гостях. Дома Боруссия играет отлично. 9 побед и в среднем 3 мяча за игру. А Байер играет на выезде тоже отлично. 8 побед и в среднем 2 мяча за игру. Байер в последних 15 играх забивает подряд. А Боруссия в 13 домашних играх. Здесь я возьму обе забьют, плюс тотал меньше 4,5 мячей. Фрайбург-Вердер. Фрайбург обидчик Лейпцига в последнем туре. Принимает Вердер. Вердеру поможет только чудо, чтобы не вылететь из Бундеслиги. Здесь первый матч закончился со счетом 2-2. Это для Фрайбурга чудо, потому что они забивают всего 1,5 мяча за игру. Это очень мало. Здесь я возьму тотал больше 2,5 мячей. Бавария Айнтрахт. С Баварией все понятно. Есть кому забивать, игра есть. Но вопрос, сколько они забьют. Возможно, тренер даст отдохнуть основной команде. А Бавария редко пробивала тотал больше 5 мячей. Последний матч между ними завершился со счетом 5-1 в пользу Айнтрахт. И после этого уволили Ника Ковача. Если Бавария проиграет и сделает такую же осечку, то Боруссия будет дышать им в спину. Здесь я возьму победа первого плюс количество голов от 3 до 5. Шальке-Аугсбург. Шальке получил урок от Дортмунда и проиграл 4-0. С такой игрой, конечно же, Шальке вылетит из всех Еврокубков и не попадет в них. Шальке забивает мало дома, в среднем по 1,5 мяча за игру. Аугсбург – аутсайдер по гостевым играм, всего 2 победы и в среднем 1 мяч за игру. Но бывают исключения. Первая игра между ними, там было забито 5 мячей. Здесь я возьму 1x и тотал больше 1,5 мяча. Коэффициент 1,65. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайк. Ребята, минуточку внимания. Смотрите, это красная кнопка подписаться. Надо делать вот так, чтобы она стала серой кнопкой. Надо обязательно подписываться, потому что здесь выходят лучшие прогнозы на Бундеслигу.